Террористы захватили автобус с заложниками. Происшествие в церкви Троицы. Или... Демоны все более кровожадны. Не могу поверить, что все это дело рук Мартина Ли. Хэллоуин? Мне костюм не нужен. У Дилани внешность одного из моих злейших врагов. Пора выяснить, какого именно. Все в костюмах. Мои люди. Дилани. А, Человек-паук, мой давний враг. На этот раз не возьмешь. О, нет, дым. Что же мне делать? Пришел твой конец, Человек-паук. Теперь ты мой. Эй, да что с тобой? Я неделю работала над шлемом. Я должен найти доктора Дилани. Он где-то на вечеринке. Ты кто такой? Дружелюбный Человек-паук. Умник. Тот швыряющий леденцы тип может быть Дилани. Нужно найти способ подняться туда. Я не слышу вас! Мне нужен Айзек Дилани. Мне кажется, он на танцполе. Да вот он. И ящерица в халате. Смотрите, это мальчик-паук! Раз я твой враг, давай драться! Давай потом! Что такое, слабак-паук? Боишься моего могучего рога? Эй, вы кто? Судя? Дурак, прикончи его, Человек-паук! Что за черт? Вот черт! Нужно!
полегче. Скажите, что вам надо. Это розыгрыш, да? Это же не пушки. Назад, быстро! Отпусти! Всем пригнуться! Боже мой! Не убивайте! Все в порядке? Да. Хорошо. Веселого Хэллоуина. Может, притушим свет? Куда увели Дилани? Доктор Дилани. Куда вы меня тащите? Недавно начали работать с кем-то в Оскорб. Откуда вы знаете? У нас нет времени, Айзек. Назовите имя. Шоу окончено, Ли! А нет, похоже, не окончено. Его имя... Доктор Морган Майклс. Благодарю. Нет! Разобрался. Надо найти Ли.
что Ли сделал с ними? Неужели снова он? Юрий, нужна помощь. Сообщают о выстрелах в универе. Да, это я. Потом расскажу. Сейчас ты должна найти доктора Моргана Майклза. Мартин Ли идет за ним. Я поняла. Человек-паук, кто такой доктор Майклз? Ведущий ученый в проекте «Дыхание дьявола». Его нашли? И да, и нет. Соболи заявили, что держат его под защитой где-то в городе. Но не говорят, где именно. Я думал, вы работаете сообща. Я тоже. Ладно, есть идея, как его найти. Сработает, дам знать. Эй, ты нашел доктора Дилани? Да, но Ли это сделал первым. О нет, что случилось? Ли исказил его, и тот покончил с собой. Какой ужас! Мы должны его остановить! Да. Перед смертью Дилани назвал Ли одно имя. Морган Майклз. Морган Майклз? Кто он такой? Точно не знаю. Но вроде бы он работает над проектом «Дыхание дьявола». Ты нашла что-нибудь в той папке? Да, представляешь? Пару лет назад Осборн пришел к Фиску и попросил его построить подпольную лабораторию. Секретную? Для дыхания дьявола? Если это правда так опасно, то неудивительно. И где она? Этого в папке нет. Осборн убедил Фиска уничтожить всю документацию. Удалось раскопать только квитанции о переводах с личного счета Осборна на счет строительной компании Фиска. Тот сохранил их как компромат на мэра. Все нити сходятся к Норману Осборну. Кажется, пора нанести ему визит. Сомневаюсь, что он тебе что-нибудь скажет. Я и не думал спрашивать. Так, я знаю, как попасть в офис Нормана. Прежде чем идти туда, нужно отключить охранные системы. Но если меня заметят, они все перекроют. Думаю, я смогу взломать защитные модули, находясь снаружи. Это сетевые кабели. Надо проследовать за ними к защитному модулю. Защитный модуль. Кажется, в здании их 4 штуки.
Так-то лучше. Что за черт? Группа охраны, ответьте. Команда Соболь-Альфа ждет приказа. Похоже, перебои с электричеством. Понял. Следите за внешним периметром, пока мы ищем причину неполадок. А я-то думал, будет легко. В наши дни дроны есть у всех. Группы Соболя, доложите обстановку. Внешний периметр, все чисто. Вы все еще считаете, что это программная проблема? Мы оцениваем ситуацию. Сохраняйте текущий уровень тревоги. Всем группам Соболя, есть небольшая вероятность, что к нам проник нарушитель. Мы анализируем данные. Будьте начеку. Проклятие! Еще одна подсистема отключилась. Проверить внешний периметр 85-го. Вас понял. Птичка на подлете. Вперед. Привет, МДжей. Я тут занят. Слушай, я, кажется, знаю, где Чарльз. Вижу цель. Это Человек-паук. Вперед. Привет, МДжей. Я тут занят. Слушай, я, кажется, знаю, где Чарльз Стэндиш. Думаю, я смогу его разговорить, если доберусь до него. Он знает о докторе Дилане и, вероятно, о Моргане Майклзе тоже. Хорошо, только не делай глупостей. Кстати, о глупостях. Надо найти последний модуль. Вот и последний. Теперь можно заглянуть в офис Нормана. Надеюсь, я узнаю о Майклзе и дыхании дьявола. Внешний периметр чисто. Перейдем к режиму блокировки? Не сейчас. У мистера Осборна важный разговор по телефону. Продолжайте наблюдение. Там должен быть кто-то. Переключусь на защищенную линию. Я на шаг впереди тебя, Уилсон. Мои люди проверили все твои файлы. Если ты попытаешься раскрыть детали той сделки, это будет твое слово против моего. А за решеткой не я. Минутку. Норман говорит с Уилсоном Фиском? Статуя Нью? Ты вообще о чем? Статуя Нью с аукциона. Вероятно, они говорят о папке, найденной МДжей. Джекпот. GR-27. Хм. Научный руководитель доктор Морган Майклс. А вот адрес лаборатории убран. Структуры ДНК с искусственным интеллектом? Если это работает, это же лекарство от любых генетических болезней. Муковисцидоз, хорея Хантингтона. С ума сойти! О! GR-27 — это дыхание дьявола. Создавалось как лекарство, но в нынешнем виде больше похоже на оружие. Единственный образец Майклс всегда держит при себе, потому Ли и хочет до него добраться. Где Майклс, там и дыхание дьявола. МДжей, дыхание дьявола не оружие. Оно создавалось как лекарство от генетических заболеваний, но в нынешнем виде оно настолько сырое, что убивает тело, пытаясь его вылечить. Надо найти доктора Майклза. Нельзя доверить Соболю такую опасную субстанцию. Возможно, я нашла зацепку.
Чарльза Стэндиша держит на базе Соболя в Центральном парке. Если кто и знает, где находится Майкл, то это финдиректор Оскорб. Я пытаюсь добраться до него. Добраться? Там же полно охраны! Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Проникнуть в логово Соболя. Это может кончиться плохо. Мне нужно в Центральный парк. Похоже, это Док. Питер, у меня было озарение. Все дело в разуме. Взять хотя бы меня. Ум с неограниченным потенциалом в плену старого изношенного тела. Подумай, чего может достичь этот ум, если освободить его? Разрабатывая наш нейроинтерфейс, мы должны думать шире. Мало просто заменить изношенные части наших тел. Мы должны думать о новых возможностях проникнуть в разум. Никогда не слышал от Дока таких эмоций. Надеюсь, он не слишком увлекся. Где же ты, МДжей? Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Стэндиш где-то там. Надо пройти мимо охраны. Пора испытать приманки Пита. Та дырка в заборе выглядит многообещающе. Надо только отвлечь охрану. Прочь дороги, друг. Что это? Надо уходить. И быстро. Пойду проверю гостя. Жди здесь. Понял? Гость. Видимо, это Стэндиш. Он где-то здесь. Надо отвлечь его от лестницы. Что это? Демоны убивают всех, кто связан с дыханием дьявола. Стэндишу грозит опасность. Поймала. Надо идти. Стэндиш, я так и знала. Надо попасть в эту палатку. Стэндиш под контролем, мэм. Заблокируйте всю связь. Никаких утечек в прессу про Майклза или дыхание дьявола. Есть. Черт, генератор накрылся. Он скоро вернется. Как обстановка? Конвой будет готов. Они перевозят его. Надо узнать, куда, пока мы не потеряли след. Контроль. В квадрате чисто. Эй, квадрате кто чисто. Здесь? Заводи машину. Надо было быть в городе полчаса назад. Понял. Выезжаем. Вперед, вперед. Получилось. Чарли готовы сопровождать доктора Майклза. Пошли еще две. У него единственный образец дыхания дьявола. Я не хочу отвечать за эпидемию. Так точно, мэм.
Погодите! Кажется важным. Убежище. Если доктор Майклс в одном из них, Стэндиш может знать, в котором. Вот палатка Стэндиша. Не верю, что Майклс носит с собой дыхание дьявола. Осборн больше никому не доверяет его хранение. Как бы его самомнение его не наказало. Или нас. Опять? Да что не так с этим светом? Чисто. Контроль. Происшествия нет. Почти добралась. Чарльз Стэндиш? Мать моя! Чарльз, где доктор Морган Майклс? Вас прислал Ли. Так ведь? Нет. Он хочет меня убить? Скажите, чтобы он сделал это сам. Я не работаю ни на демонов, ни на Соболя. Я журналист. И я хочу остановить Ли. Как и вы. Уотсон, я читал ваши статьи. Соболь не послушает. Она отправила Майклса в Бауэри. Завтра в полдень его перевозят в новое укрытие. Но она забыла про центральный вокзал. Центральный вокзал? Демоны говорили об этом, когда захватили меня. Они пойдут туда, чтобы... Чтобы что? Что им нужно на центральном вокзале? Это же... А! Что за... Чарльз! О, что за это черт? Не человек, Соболь. Определенно не человек, Соболь. Прости, Чарли. Ладно, погоди. Пора идти. Он что-то знает. Это был один из самых неуклюжих прыжков в моей жизни. МДЖ недовольна. Да, ладно. И еще. Прости, Чарли. Сбиваешь человека с ног, пускаешь мое расследование под откос, и все, что ты... Говоришь, это прости, Чарли? Это у тебя шутки такие? Что? МДЖ? Нет, я облажался. Хотел разрядить обстановку. Разрядить обстановку? Ха. Ты понимаешь, что именно из-за этого мы расстались? Я думал, ты хотела сосредоточиться на карьере. Мы расстались, потому что ты обращался со мной как с ребенком. Не делай то, МДЖ, не делай это, МДЖ. Это слишком опасно, МДЖ. У меня нет паучьих суперспособностей, но я не хрустальная. Ты пробралась в середину вооруженной базы! Может, не будем сейчас об этом? Ладно? Узнала что-нибудь о докторе Майклзе? Хорошо. Майк...
Майклс где-то в Бауэре. Соболь будет перевозить его завтра в полдень. Круто. Что-то еще? Кажется, перед моим появлением он говорил о центральном вокзале. Он... Нет, ничего такого. Послушай, мне надо идти. Материал горит. Питер. Значит, она все еще злится. Питер. Человек-паук. Нужна помощь. Мой сосед пропал после той вечеринки. Так, имя? Где видели в последний раз? Его зовут Карлос. Я провел поиск распознавания лиц в соцсетях. Вот, сейчас скину результат. Отлично. Как тебя зовут? Филипп Чанг. Ладно, Филипп, я найду Карлоса. Услышишь что-нибудь о других пропавших, сообщи мне. Так, надо выяснить, что за место на снимке. Вижу статую свободы. Значит, это сильно южнее. Далеко от университета. Может быть, финансовый квартал. Точно не в районе университета. Мне надо идти на юг. Выяснив, где сделан снимок, я смогу найти соседа Филиппа. Явно южнее университета. Похоже на финансовый квартал. Так, надо выяснить, что за место на снимке. Филипп, я собираюсь туда, где был сделан снимок. Насколько он свежий? Сделан полчаса назад. Неплохая эвристика. Алгоритм распознавания сам писал? Да. Это мой дипломный проект. Надеюсь, поможет мне найти работу. Если все получится, рассчитывай на мою рекомендацию. Точно не в районе университета. Мне надо идти на юг. Похоже, это то самое место. Эти студенты ведут себя так же, как на вечеринке. Похоже, Ли их исказил. Надо срочно заканчивать. Это последний. Что это было? Все было в порядке, а потом раз и бешеная злость. Все как в тумане. Все позади. Хотя советую пока поменьше сидеть в интернете. Вышло. Мой автобус сломался, а такси не было. Но я буду, как только смогу. Человек-паук, можешь помочь? Человек-паук, мы поймали снайпера. Он караулил главу аппарата мэра. Наверняка есть и другие цели. При нем была карта, здание суда обведено. Понял. Выведайте у нашего друга еще что-нибудь. Я доступен по этому номеру.
Надо спешить. Нападение на суд может произойти в любую секунду. Если я появлюсь рядом с целью, снайпер выстрелит. У меня один вариант. Нейтрализовать стрелка. Барабаньки. Никто не любит кемперов. Человек-паук, мы просмотрели его телефон. Нашли еще несколько имен. Похоже, все произойдет через считанные минуты. Ясненько. Скиньте мне все. Много снайперов, один паук. Надо торопиться. Все, кто был задействован в кампании Нормана, потенциальные мишени. Интересный способ уничтожить Осборна. Сделать так, чтобы с ним не хотели иметь дел. Снайпер должен быть где-то здесь. Если я подойду слишком близко... Один есть, еще двое. Надо осмотреть все места, где мог засесть снайпер. Выключаем. Цель спасена. Остался последний. Если не успею, погибнут люди. Хоть бы раз эти киллеры подстроились под мой график. Это здесь. Ну и где убийца? Вовремя. Все три... Снайперы обезврежены. Это все? Нет. Парень говорит, что его ребята взяли в заложники туристов. Говорит, если мы его не отпустим, их расстреляют. Мы установили по сотовому сигналу, где они, но при виде полиции они откроют огонь. Начните переговоры. Выиграете время, а я лишу их козырей. Свидетелей они не оставят. Если я не спасу заложников, их убьют. Если меня увидят, они сразу же убьют всех заложников. Наши требования просты. Освободите наших товарищей, или заложники умрут. Мы сообщили. Если меня засекут, заложникам конец. Надо убрать их, не поднимая шума. Засекут, заложникам конец. Надо убрать их, не поднимая шума. Пожалуйста, опустите.
вообще... Сладких снов. Еще раз спасибо. Все могло кончиться плохо. Я бы не узнал про них, если бы не вы. Мы с вами хорошая команда. Эй, сможете убедить своих, что лучше работать со мной, чем стрелять в меня? Человек-паук. Программа нашла еще студентов с той вечеринки, которые могли подцепить... Ну, это Итан Олбрайт с биохимии. Не пришел на лекцию. Моя программа нашла его, но там есть другие снимки того же места, уже без него. Других зацепок нет. Попробую найти, где это. Спасибо. И опять у меня только снимок Филиппа. Надо найти это место. На снимке видна железнодорожная эстакада. Как в Восточном Гарле. И опять у меня только снимок Филиппа. Надо найти это место. На снимке видна железнодорожная эстакада, как в Восточном Гарлеме. Человек-паук, я говорил с Карлосом, все было нормально до барбекю. Что бы с ним ни случилось, это было уже после вечеринки. Отложенная реакция. Плохо. Эти искаженные могут бродить по всему Манхэттену. Искажение Ли меня пугает. От него не защищен никто. Я привык, что в Нью-Йорке меня не любят. Но это другой уровень. Хорошо, что Филипп на моей стороне. У него потрясающий талант. Похоже, я опоздал. Вот оно. Искаженных студентов нет, но они тут явно побывали. Что случилось? Толпа каких-то буйных психов под наркотой, что ли, убежали дальше по улице. Надо их найти, пока не случилось еще больше беды. На помощь! Вот и они. Пора заканчивать. На Хэллоуине Ли исказил целую толпу народу. Чем раньше я верну вас в норму, тем лучше. Заперто.
Но сейчас не до вежливости. Кажется, все. Я пил кофе и думал о той драке. А когда увидел большую толпу народу, в голове как будто что-то щелкнуло. Все уже позади. Хотя кофе я пил бы поменьше. Эй, я опоздал. Доброе утро. Или вечер. А, неважно. Проверишь нейросенсор? Время отклика слишком велико. Хорошо. Нужно меньше 3 миллисекунд. Так, думаю, можно оптимизировать это реле. Отлично. Ладно, что дальше? Какое-то сопротивление в сети нейросенсоров. Закончил. Отношение сигнал-шум не то. Новый сигнальный процессор уменьшит задержку. Я сделал, док. 2,8 миллисекунды. Хорошо поработал.
есть. Это почти что успех. Это почти что невероятно. Вам нужна помощь? Да. Доктор, в чем дело? Уже стало заметно. Доктора называют это нейродегенеративным расстройством, вызванным регулярной работой с токсичными веществами в молодости. Простите, я могу что-нибудь сделать? Ты уже делаешь. Самое ужасное, это влияет только на мышцы. Разум продолжает работать, а вот действовать нет. Об этом знаешь только ты, Питер. Пусть так и остается. Конечно. А, если ты захочешь найти другую работу... Я пришел работать сюда из-за того, что у вас вот тут. И оно никуда не денется. И я тоже. А, Питер, чуть не забыл. Я прочитал увлекательную статью на тему будущего нейронных интерфейсов. Я посмотрю. Спасибо, док. Что это, док? Никогда не видел такой материал. Это можно использовать для сварки. Мы получим качественную магнитную изоляцию и ограничим взаимные помехи между интерфейсом и руками. Включается напрямую к базальному ядру. Интересно, но опасно. Не знаю, док. Чтобы сработало, нужен массив волокон из галлия. И все равно велика опасность травм. Галлий. Гениально. Ради этого я готов на риски. Мы справимся. Доктор серьезно болен. На этой стадии он за год потеряет способность ходить. А если поторопимся, внутричерепной имплант может сделать все еще хуже. Даже изменить его личность. Мы должны быть осторожны. А, док, простите, моя тетя написала... Не переживай, Питер. Я сам хотел сделать перерыв. Вот только проверю телеметрию. Спасибо. Вернусь через пару часов.
Получилось? Закончил. Привет. Дай угадаю, опаздываешь? Не, я уже почти добрался. Есть новости от Майлза? Нет, но его мама сказала, он придет, так что... Хорошо, я скоро буду. Пока. Еще один пропавший студент. Последний пропавший – Стив Хопкинс. С ним есть один момент. Недавно в его районе появились пушеры из банды Надгробия. Стива это бесило, район благополучный, но он боялся вмешиваться. Если его исказили, он может выплеснуть ярость на них и пострадать сам. Вот последний снимок до того, как он пропал. Более свежих я не нашел. Ха, почти уверен, что это верхний Вестсайд. Почти уверен, что это верхний Вестсайд. Думаю, надо идти на север. Филипп, расскажи мне о Стиве. Маленького роста мухи не обидит, даже если захочет. Наркоторговцы его попросту раздавят. Да и сгорит он быстрее, чем другие. Лучше поторопиться. Похоже, у этого Стива развито чувство ответственности, но нет силы. Надеюсь, я успею вовремя. Может, бандиты Надгробия не так крепки, как их босс, но очень опасны. Кажется, это здесь, за теми деревьями. Ну что, сынок, последнее слово? Эй, пацаны, покажем мальчику класс. Бедолага цапнул больше, чем может проживать. Его придется спасать, не только лечить. Мне что? Вооружены. Надо бы по-тихому убрать хоть часть из них.
Давай, мать его, Чарл! Выключаем. Стив, все чисто. Давай. Стив? Да брось, я же тебя спас! Это сурово, но справедливо. Господи, что я наделал? У меня и раньше были проблемы с ними. Но сегодня ночью я хотел их убить. Причем так, что сейчас даже думать противно. Не волнуйся, ты не виноват.